Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Да, ничего не видно. Во, видно. Все, пошло. Я собралась лететь в Цюрих. Сейчас сижу за своего полетика. Приветик, я не замужем. Прям так в лоб вопрос. Hi, hello. Приветик. Приветик, Лерок. Привет, привет. Я из Халифа Сити. Рейс нет, неразворотный. Рейс неразворотный. Лететь туда часов 5.5, может быть, 6. У меня 3 года будет в следующем марте, в 2014 году. Я начала летать, то есть, получается, с 17 года будет 3 года. Thanks. Это ребята ходят у нас здесь, посмотрели на меня как на дурочку. Обычно здесь пусто, никого нет. Спасибо. Now I'm in Abu Dhabi, in UAE. Зарплата секрет. Hey. Hey, hey. Автобуса так и нет. Сейчас я в Абу Дхабе, в Эмиратах. Вот какой-то парень возвращается обратно. Да, я стюардесса здесь живу. Лечу сейчас в Швейцарию. У нас времени 1:00. 12. Вообще пока что 12. Hey to Austria. I'm coming back after 2 days. And I have 1 day off, and I'm coming back to Zurich again. Привет, привет, привет. Я тоже скоро в Россию еду, у меня скоро отпуск. У меня остался один Цюрих, потом у меня 3 выходных, потом у меня 3 дня стендбай и отпуск. Thanks. Акклиматизация нормально проходит. Так что столько вопросов посыпалось, очень много людей в трансляции. Почему-то, all of a sudden. Thank you. Погода замечательная. Погода замечательная. Уже последние деньки такой прохлады. Скоро будет уже опять жарчать. Отпуск я разделяю, как правило, 3 части по 10 дней каждая часть. Нет, это дело не в популярности. Там действительно что-то высвечивается иногда в топах и появляется народ. Посторонние люди, которые пишут всякий бред. Привет, Одесса. Город Абу-Даби, Эмираты. Столица Эмиратов. Отдыхать буду, хотела полететь на Бали на первые 7 дней отпуска. И потом хотела полететь домой. Но сейчас пока что не знаю по поводу Бали. Может быть, домой полечу сразу. Может быть, в Москве останусь ненадолго. Yes, I'm a stewardess. Я из города Омска, но родилась в Донецке, на Украине. В данный момент я работаю стюардессой. Да чаще выходить как-то нет времени, если честно, и уже даже немножко интерес пропал к перископу. Такая... Господи, откуда столько зла? Чем больше народу, тем больше агрессии. Ждем трансляции, это всюду. Я, как правило, прилетаю, куда ни прилетаю, всегда просто ложусь отдыхать и просыпаюсь потом очень поздно и лечу обратно. В полный рост, наверное, не получится. Компания Etihad Airways. Спасибо.
спасибо, хоть что-то хорошее мне пишут, это так напали. Ой. Мой автобус так и не подъезжает. Какие-то машины здесь ездят. По-арабски я не говорю, к сожалению, даже не понимаю, но хотелось бы. It's not Qatar Airways, it's Etihad Airways. Лерочек, давай, тоже выходи в перископ. Хоть посмотреть на тебя, сколько мы с тобой уже не виделись. Сложно устроиться русским. Дело не в национальности, дело в вашем характере. Если у вас предпосылки к тому, чтобы стать стюардессой, то есть все шансы. I don't go on the dates. Я еще до полета, я еще не после полета. Thanks. My reporting was 23:50. Was 23:50? Yeah. So you're late? No, I was here 10 minutes ago. Ah, so the bus should be here now? Should be, hopefully. What time is yours? Mine left already. You left already? Yeah, but my reporting is 12:45, so. 12:45. Mm-hmm. My reporting is 1:50. No, my pickup is 12:30 and my reporting is 1:05. Yeah, so it's gonna be fine. Вот, здесь какие-то ребята подошли, так что... что я пропустила? Чем вы отбеливаете зубы? Я уже говорила, ничем не отбеливаю. У меня девушка. Спасибо. Здесь очень мило. Люди идут в полет. Thank you. Привет, Челябинск. До аэропорта ехать минут 15-20, но... Сейчас ребята уезжают уже. Я остаюсь одна. Не пропустила ли я свой автобус? Вот в чем вопрос. Лечу в Швейцарию, ребята. Лечу в Швейцарию. Сейчас у меня осталось 2 полета. Я никак не дождусь своего отпуска. Характер для того, чтобы получить работу, нет, дело не в уступчивости. Дело, я не знаю, честно, по каким критериям они набирают, но дело не в уступчивости 100%. У нас очень разный народ в Этихаде и разные характеры. Эмираты, отлично. Ой, ребят, почаще, не знаю. I've never been to Goa, but this is one of the destinations I want to visit. Emirates – хорошая авиакомпания. Если бы не эти, как работала бы в любом случае в Emirates. Да, можно быть в наушниках и форме. Я стюардесса по имени Валерия. Дубай – хорошо. Пробуйте в Emirates, тоже шикарные авиалинии. В принципе, такие же условия, как у нас в Этихаде. Только что жить будете в Дубае. Мы живем в Абу-Даби. Спасибо. Привет, Сочи. Привет, Сочи. Очень хотела в Сочи приехать. Думала на отпуск взять дня 3-4-5 и поехать полететь, покататься на лыжах. Летать привыкла, уже 2 года летаю. Да, я стюардесса. Градусов 23, наверное. Телефон зависит, у нас вилы, самолетик летит. Английский я учила в школе, сама из города Омска. Наш Альфа-Сан. Луна сегодня полная, яркая. Сзади тоже вилы. Привет, Казахстан. Привет. Проблем со здоровьем не возникает из-за особенностей работы. Нет, не возникает. Проблем не возникает. Главное соблюдать здоровый образ жизни. И не будет никаких проблем. Все, в общем, ладно, буду закругляться. Всем чомчики.